Всем добрый день. Хотела извиниться в первую очередь то, что перед болельщиками любителей футбола, то, что не получилось у нас встретиться. Я думаю, что в ближайшее время я хочу встретиться и с фан-клубом, и с болельщиками пообщаться, поэтому и записываем это обращение. 4 игры мы провели в центральной части. Провели довольно достаточно, хорошо. Команда сейчас находится в лидирующей группе, 4-е место. Домашнюю игру провели с Краснодаром. Погодные условия тяжелые были. И я к тому хочу подвести, что болельщика, конечно, было маловато, но погодные условия внесли свой корректив. Поэтому хотела попросить обратиться к болельщикам, к любителям футбола. Сейчас в преддверии матча с Торпедо два лидера будут играть. Пригласить на футбол, потому что это ваши заслуги, то же самое. 4-е место, на котором находится команда. Я никогда не подразделял команда отдельно, болельщик или любитель футбола Хабаровского края отдельно. Мы вместе. Мы вместе, потому что мы играем для вас, ради вас. И хотел обратиться и попросить у вас такую поддержку в преддверии этого матча. Чем больше вас придет на эту игру, которая состоится в 13:00, выходной день, прекрасный день, будет поддержать и команду, потому что мы зависим от вас. И я, и игроки, когда болельщик болеет, когда приходят практически полные трибуны, это, конечно, как 12-й игрок, это не секрет. Поэтому вот в преддверии этого матча хотел вот именно к вам обратиться, прийти, поддержать. И вместе мы, естественно, нас будет ждать положительный результат. Поэтому большая просьба прийти, поддержать. И вместе, еще раз повторюсь, мы обыграем Торпедо. Потому что, еще раз, к сожалению, скажу, что без вас, конечно, очень сложно, поэтому мы не подразделяем, мы с вами, вы с нами. Жду вас на игре 13:00, 14 числа в субботу, и будет поддержка запредельная. Я обещаю с нашей стороны это запредельную самоотдачу, это желание запредельное ради вас. Команда, естественно, я уверен, что она только добьется положительного результата. Спасибо вам большое. Жду с нетерпением.